Всем привет, и с вами Арманиус. Ходят легенды, что в Силван Глейд можно найти очень редкое сокровище, и поэтому наш пират всеми способами пытается попасть туда. Он сразу же отправился искать сокровище в пруду с водопадом. Почему бы и нет? Почему же он так рад? Наверное, потому что он словил редкое жвачное растение, которое сразу же посадил возле своего дома. Он ухаживал за жвачным растением и ни на шаг не отходил от него. Днями и ночами он ждал, когда же вырастет его сокровище. И вот из земли уже появилась маленькая мордочка. Он продолжал ждать, и спустя 3 дня перед ним выросло жвачное растение. Он, конечно же, был очень рад и сразу же отправился знакомиться с этим загадочным растением. Как-то вечером хот-дог попытался съесть торт, но не тут-то было. Хитрый зверюга махом проглотил беднягу. Но что-то пошло не так, и он выругнул его. Наш пират сразу же отправился доить жвачное растение. Ему попался экстракт вдохновения, так как именно с этой эмоцией был хот-дог. Глупый хот-дог повелся на уловку 2 раз, и жвачное растение съело его. Уже навсегда. Конечно же, пришла смерть и забрала наивного хот-дога. А радостный пират сразу же принялся доить жвачное растение. Как вы видите, скоро он постареет, но благодаря экстракту жизни хот-дога он вернется в начало взрослой жизни. На этом мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. И обязательно вступите в группу ВКонтакте, чтобы не упустить важные новости. Ссылка в описании. С вами был Арманиус, всем пока!